Здравствуйте! Этот ролик записан специально для сайта repetit.ru. Меня зовут Артём. Я окончил аспирантуру Московского государственного лингвистического университета имени Мариса Тереза и являюсь кандидатом наук. Моя специализация – английский и французский языки. Уже более 10 лет я занимаюсь преподавательской деятельностью. На занятиях используются различные коммуникативные упражнения, которые помогают эффективно отрабатывать новый материал, а также постоянно освежать в памяти имеющиеся знания. Мои ученики успешно сдают ЕГЭ, ОГЭ, а также международные экзамены, такие как FCE, IELTS и TOEFL. Я занимаюсь как со школьниками и студентами, так и со взрослыми. Буду очень рад видеть вас на своих занятиях. Более подробную информацию читайте в моей анкете. Hello! This video has been recorded for repetit.ru. My name is Artem. I hold a PhD degree from Moscow State Linguistic University. I have been teaching English and French for more than 10 years, helping my students improve their language skills, get ready for Russian state exams, and for international exams such as FCE, IELTS, and TOEFL. My students are school pupils, university students, and adults. You are welcome to my classes.